вдыхает тяжело. Я. Не курю, да? Угу. Ну что, нашел Урала? Угу. Скачивается. Угу. Надо слушай, вообще... Урал больше всех весит. Там 146, по-моему, где-то. Не знаю, не знаю. Я что-то посмотрел, он что-то больше всех. 140 мегабайт, по-моему, весит. Ну там просто... Может, что-то добавлено, накручено. Там же на нем вот самого навеса сколько висит. Да. Надо вообще для стрима сделать 4 машины одной папкой. Постоянных, да? Да, постоянных. Да, карты, ребята, те, кто в чате пишет, у нас будет. Став 4 зона, то бишь штука 4. Будем хардкорить по серпантину. Будем надеяться. В симуляторе опять. О, да. Да, в симуляторе. Будем симулировать. Грузиться, да? Ой, как я... Кстати, да, ты мне напомнил насчет симулятора. Как я, блин, опять сейчас надо... Надо кто-то, чтобы подгружал. Я там буду опять полдня там. Давай, с этими дровами. С этими... Паша хорошо тоже закидывает. Даня, что там у тебя? Ну, все, все. Кидаю. А, кидаешь? Ну, как закидаешь, так это... Вот этот бампера на замену кидаются. Все, ставь галочку, все на замену делай. Я надеюсь. Все заменяй. Сейчас у нас будет краза КамАЗа, краза Урала. Будем надеяться, что пойдет. В одном. Два-то точно они вместе уже работали. Я сейчас просто видишь. Я шаланду чуть не забыл. С кразом. Подожди, а где шаланда? Я шаланду не. Там отдельным файликом она. В КамАЗе. Она и в Урале. В Урале, по-моему, тоже есть. Блин. Или в КамАЗе. Так, ребят, видео сейчас прервется ненадолго, не переживайте. Просто я не знаю, вот они пойдут втроем как бы. Вот она шаланда, блин, я ее не закинул. И что, она не докинется ведь, да? А я не знаю. Не, она просто в папку же кидается. Да я закинул, она сейчас-то сюда-то уже не закинется. А ты закинь ее и по новой машинке перевыбери. Да. Ну попробуй так, таким макаром. Мне кажется, придется комнату пересоздавать. Ну, давай я перезайду. Давай. Ой, боже ты мой, так, сейчас. О, а мы с Пашей почему-то остались. Покинуть так, комнату. Что? А, ну там же это кто выходит, когда кто-то становится. Да, заменяется, ну. Я тут. Паша! А. Выходи с комнаты. Я покинул уже. Виси пока. Сейчас Витя пересоздаст, он шаланду опять не запульнул. Блин, ну главное, чтобы пошло оно, чтобы все три машинки пошли вместе. Как бы, видишь, две-то тестировались уже вместе, а краза-то не было. Ну да. Чтоб там не произошла какая-нибудь накладочка одну на другую, чтоб не полезло. Ну да, я вот за это больше всего переживаю. Косяков не было. Блин, надо собрать нам с тобой, Диман. Да, кучу. Да, надо 4, Паша, машины собрать. 4, да. 4 машины, чтобы они не конфликтовали, как бы. И... Четвертым, например, этот. Я УАЗик для разведки. Да, я думаю, что такие машины, они вообще не нужны тут, по большому счету. Как бы, ну да, вот они на маленькая как Захара бы адаптировать еще до конца вот. Акклиматизировать. Ну да, там у него, видишь, я говорю, проблему намутили они сейчас в этом Вове, что с этими дровами стандартными не крутится в дефолт. Не в дефолт. У меня, по-моему, трансляция даже не слетела, прикинь. Офигеть. Как у меня так получилось. Захара можно борта поубирать, вот эти захаровские, и единственное, что там дефолтный борт будет, который грузит. Так, зову вас, ребят. Угу. Я уже тут. Да, Даню вижу. Паша позвал. Я. Так, Паша. Сейчас я еще. Ну главное, чтобы все встало. Главное, чтобы все ровненько, чтобы не было косичка тут какого-нибудь. Может быть такое, что выскочит что-то. Так. КамАЗа, краза, Урала. Ага. Так, ну у меня все зачетно.
Как у вас, ребят, нормально все? Ну, все я, вроде, да, как я бы. Готов. Я тоже так, готов. Так, режим симулятор. Ой. Так, слушай, я сделаю на одну паузу. Еще, пожалуйста. Прям один раз клацни, чуть-чуть. Ага. Так, все готовы. Ладно, все, я сейчас записи включаю тогда. Главное, чтобы не слетело ничего. Будем надеяться. Да. Алло, так, все нормально? Все нормально. Так, всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать всех на нашем стриме. Сегодня у нас на стриме будет карта Став 4 зоны, то бишь штука 4. С нами сегодня будет играть Данил, драйвер 51, Рус и Павел Каблуков. Вот, ну, собственно говоря, вот мы будем стартовать на модах. Вот эти три автомобиля, а именно КАМАЗ-43-114, КРАЗ-260 и УРАЛ-375. Все данные модели были доработаны благодаря драйверу 51 РУС и Павлу Каблукову. Ну, в принципе, кто до этого уже стримы смотрел, мы уже на этих автомобилях катались, и они нам очень нравятся. И будем продолжать на этих автомобилях кататься дальше. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ну, погнали. Эти, кто выскочил? Кто-то погнал уже. Вообще вернулся. Кто-то уже погнал без нас там. Так. Так, все нормально? Начинаем. Ну, дай бог. Да. Запустись. И тишина. Нормально. А там просто весит много, поэтому, считай, три машины так. Мы туда вставили. Сейчас даже на спавне будем фризиться, но фризиться будем за счет того, что здесь доп. Объекты. Я когда обзор делал на эту карту, она меня тоже маленько подвисала. Так, где мой любимый родной? А там машины надо с гаража сразу лишние убрать в сторону, чтобы не мешали. В угол точно. В угол загнать. Сейчас я выключусь вообще с локации гаража. Ух, я тут сразу так интересно рассматриваю забор. А я еще где-то в космосе. Вчера смотрел фильм этот по РЕН-ТВ, ДМБ, первую часть. Угорал тоже. Опа, и я в заборе. Вот. Бывайте. Блин, я гружусь еще. Там запикали. Да. Запикали. Так, надо что, заводиться, убирать их отсюда. Я сейчас их разгоню. Господи. Блин, подвисает что-то, зараза. О, ну она сейчас прогрузится, картой будет нормально все. Все, я прогрузился. Так, я сейчас... Данил, ты не знаешь, заправка здесь за углом гаража. По полный бак добубенивай на всякий случай. Так, Урал, я попадаю. Воу. О, полетел кто? Это ой, я. Паша полетел. О, у меня фризы полетели какие-то. И... Что-то полетели давай куда-то. Че это? Кто-то улетел. Куда? Вон. А у меня фризы что-то какие-то нереальные вообще. Паша, а ты где? А я все, я за забором. Я прилетел. А тебя там не вытащить? Не знаю. Ну-ка давай я сейчас на крайний попробую. Не, походу там дома. Да, ты вообще... Ну только перезаходить. Да? А это знаешь почему? Это машина на машине появляется. Это косяк игры. Это не модовский косяк. А кто куда улетел-то, я не понимаю. Паша, он я за забор улетел. А я вот здесь вот. Какой? Оп. Ой, упал еще один. Так, я не вижу Пашу. Я за забором вообще. С правой далеко. Стороны где-то ты там, да? Да. Его оттуда не вытащим, по-моему. Через забор так не перейдешь, да? Нет. А ты это перезайди. Сможешь перезайти, Паша? А, да, кстати, Паша, ты можешь. Да, главное мне не выходить, а все остальные ты надо смело это. Перезаходить. Да. Так, ну чего мне тут взять-то хорошего или нехорошего? Блин, слушайте. Ага, все, я на месте. О, отлично. Ой-ой-ой. Его хоть реально теперь перевернуть-то.
внутри такой. Цистерна какая-то. Надо нам. Надо. Ой, кто там меня пихает? Кто там пихает? Пытаюсь. Ладно, короче, ребят, сейчас перезайду. Давай. Так. Автономная платформа топливная. Места тут так мало вообще. Да, мало, мало. Для да. Четверых ты тут с ума сойдешь вообще такой. Булам. А, я поеду сначала заправлюсь, вот что я делаю. Ну, я уже заправился. Пока ничего я, короче... не прикупил. Сейчас поеду заправлю. А Шаланда-то где? У меня есть вроде. А так, сколько здесь? Три пилорамы? Да. А они там все в одном месте. А, вот на Шаланда. Недоступно. Все, понятно. Сцепка нужна, по-моему. Да, сцепка мне нужна. Сейчас сцепку поставлю. Я на Шаланде, короче. Да ты что, мы тебя потеряем первым, наверное. Я тоже с Шаланды поеду. Да ладно, сумасшедшие парни. Не утащите, вы тогда вставайте как-нибудь сюда. О, кто-то там уже с цистерной там. О, надо, кстати... Это чья-то маленькая. Цистерну надо, кстати, вот косяк. Видишь, цистерна с автономкой. Надо ее, чтобы она не цеплялась. Ну да, удлинить там этот хобот. А, знаешь почему? Потому что она цепляется... Она на Урале прописана, а Урал короче краза. Ух ты, это что тут такое? Прилипло. Что прилипло? А если, ребят, у кого стрим там маленько подвисает, это не стрим подвисает, а вот это у меня игра лагает, потому что здесь... Доп объектов дофигища, плюс моды у нас установлены. А, багажник. Поэтому фризит немножко. Так что сейчас немножко все прогрузится, более-менее будет, и все будет чики-пуки. У меня тоже все фризится. Так, Шаланда. А, кстати, Шаландой вы тут не пройдете, потому что там дрова привязаны к Шаланде. Ой, дрова привязаны в Шаланду к машине. Это тоже как бы косяк игры, это не косяк мода. Там не в смысле? Сам груз в Шаланду, дрова, они привязаны к автомобилю, а не к Шаланде. То есть это косяк игры, потому что сейчас привязка дров идет все к машине, а не к этому. То бишь, я на крайце когда... в Шаланду не загружу. Слон, погоди. Нет, загрузить ты ее загрузишь. Только ведь знаешь, там что проблема, что когда ты грузишь дрова, то угол поворота вообще становится маленький-маленький. То есть без груза у тебя Шаланда нормально складывается, а с грузом уже привязка дров не дает повернуть Шаланду. То есть тут ну, в этих поворотах ты не пройдешь с ней. То есть это... Мы пробовали тоже переделать, чтобы... А груз... на чем можно на Шаланде? На КамАЗе, что ли? Нет, ни на чем не пойдешь. Нет, ты можешь ехать, но в эти повороты ты не войдешь, потому что радиус поворота при загрузке дров уменьшается. Может быть, попробовать взять длинный распуск? Я думаю, если... на этой карте не пройти с длинным вообще ни с чем. Вот сортира ментовоз. Там тоже, кстати, так же, как на Шаланде, привязка дров идет. Да? Угу. Блин. И, кстати, вот колеса, вот которые на Урале с цепями, ты не пробовал их? Вот он копает на них тоже, мама, не горюй, я вчера на них ездил. Обалденно. Так, я выбираю, что же мне взять-то? Беру, короче, платформу лесовоза я с коротеньким распуском. Слушайте, а на крайзе прям хорошо, так и запаску можно поставить там на аддон. Ну что, тогда оптимально остается это средний распуск. Да? Так, все, кто где? Так, сейчас я платформу лесовоза. А, нет. Опора. Ведь для тебя нужно было это создавать еще в игру, чтобы можно было возить бревна, как на тахте. Да ладно. Так, ну я просто хотел по хардкору, ну ладно, давай по 4 очка на каждого и нормально. Чё, вы там едете? Так, так сейчас я платформу... Кстати, Дим, платформу. Драйвер. Ай. А, запасной колесом. Вы можете потом это привязать на цистерне, в точке зацепа? На какой цистерне? Вот этой маленькой. На маленькой, да, можем. А то что-то я пытался, когда я возле гаража, там что-то она не появляется в точке. Так. Короче, просто на бочке точку поставить, зацепиться. Да, хотя. Ой, я завис, ребят. А, не, отлично, нормально. А у меня теперь зависло. Да, у меня нормально. Я уже выехал, жду вас. Ой, блин, я запаску не поставил.
тележка бортовой. А вот. Надо тут ремонтные части, тут то, что палки мешают. Так, Витя, ты выезжаешь, да? Да. Ну, давай выезжай сейчас, я в гараж вернусь. Давайте, я жду вас. Что-то мне уже не нравится, какая здесь грязь, вы уже. А ты что, уехал, Дань, уже? Да, я думал, вы следом едете. А кто не уехал? Мы еще на распродаже. Я выезжаю. Вот, отлично. Так, я собрался. Мне надо заехать, давай. Ну ладно, Дань, езжай, нормально. Езжай. Сейчас пока ты там загрузишься. Ну, я тут точку еще пытаюсь открыть. Блин, знаки эти еще тоже понаставили. Ё-моё. Все по правилам. Я вчера об эти знаки столько урона тут наловил. Так, не превышайте, пожалуйста. Там главное аккуратненько, а то свалиться там как... Добрый слон, тебе привет. Да, и вам привет всем. Я на пониженный поеду нафиг, даже разгоняться не буду. Я тут это обзор делал, когда я на Урале 43-20, правда, я с цистерной был. Я просто там на повышенный почти в каждый поворот летал. Ну, пару раз чуть не шмякнулся. Блин, вообще не фризит пока что, все вообще офигенно лагает. Витя, от гаража как едешь, вообще нормально только делать. Ну да, вот на локации гаража стоишь, там что-то все как-то это. Все, погнали, парни. Погнали? Все, погнали. Погнали. Потихонечку, главное потихонечку. Ну, мы сейчас навезем дров-то, да? Конечно, особенно главное не наломать. Че, сегодня, Паша, я сегодня кощунить буду, нет? Да я не знаю. Главное, чтоб не во вред остальным. Может быть, лучше не надо. Нет, я вчера нашел там одно место. Да я видел. Где сокращал. Где можно. Не, на Кразе, да, реально. Блин, на КамАЗе еще не пробовал я. Слушайте, у меня такое ощущение, что кто-то со смехом подходил к остановке знаков. Да они вообще... После хуже стоит знак, ты тут при желании не успеешь разогнаться. Да они еще, видишь, близко их поставили очень сильно. О, это вчера у нас Ваня тут улетел. Мой любимый Уральчик. Даже вот, ребят, кто смотрит стримы, данный Урал у меня на аватарке. Ой, урон. Да, ой, палки там будут. Ой, блин, палки. О, я что-то уже буксую. Ёлы-палы. Так, а тут куда тут? Я что-то на пилораму приехал. Не туда? Как ты на пилораму? Конечно, не туда. Тебе на лесоповал надо. Через мост он, что ли, ездил, да? Да, да. Нет, через мост. Надо было налево. Это ехать. Туда дрова надо привозить. Да нет, блин, я думал, ты сейчас там первый будешь. Самый первый, короче, приехал. О, вылетел он. Да перезашел он. А. Ох, вот вам и анекдот. Ну да. Поспешил. Паша, что, вытащишь меня потом? Ну давай, дерну тебя там. Я попробую. Попробую вчерашний вариант. О, вчерашний вариант. Я пошел. Я, кстати, сегодня карту выпустил. Новую? Да. Сосновка. Кстати, вот, Витя, спасибо за удачу. Ты тут самый. Карты делаешь, ты тоже, наверное, на локации делай 4 машины сразу. Чтоб можно было, знаешь, 4 разных впихивать. А то, видишь, ставят там 3 машины, например. Нет, данную карту я делаю. О, нет. По заказу. Ага. Вот, и это все сугубо пожелание, так скажем, заказчика. О, Витя едет. По горам, по долам. Нынче здесь, завтра там. Осторожно там. Тут буквально за что-нибудь зацепишься, сразу урон получаешь. Вот да вот ветки, они заразу, 9 урона у меня. Смотри, висит. Там к вертолету аккуратно, там вообще тяжко. Ну, да. Там жесть вообще возле вертолета, блин. Тебе, Дим, что надо подтягивать сюда? Да не, я подожду, сейчас Паша подъедет, я же тоже пишу. Чтоб видеть вас, что вы там впереди едете. А вчера вот крас у меня почти вылез вот в этом месте. Не хватало буквально там, знаешь, пол сантиметра, чтобы вот передние колеса перекинул. КамАЗ, видно, легче, может, не хочет что-то как-то. Наверное, да. На КамАЗах поехали. Я на КамАЗе. Паша. Витя на Урале. Я на Кразе, да. Крас вообще тут, наверное, самый сумасшедший, да, аппарат будет. Что-то, Паша, так. Я тебя вообще не вижу, где ты есть-то? Я лезу тут, лезу. На повороте?
Да. Витя сейчас первый туда приедет. Меня кто-нибудь загрузит, я без этого. Без манипулятора. Ну давай, о, я встану. Ничего, Витя, ты такой быстрый там. Попилит, да, я уже проехал. Пилит по серпантину там. Как бы я уже, опять, считаю, на лесоповале. Опять не перепутать. Я вчера писал за место скриншота, нажал кнопку этот, остановить видео. Так, ребят, тут без гаража. У меня вчера получился сериал, где мы эту карту тремя видео записали. Вот, ну, точка. Паша приехал. Че ты, Дань, говоришь-то? Здесь через гараж, налево, до забора. Да, налево, да, Дань. Шишига? Чья шишига сдохла? Да-да-да, там есть такой вариант. Ну и чё, Дима, давай попробуем. Сейчас, блин, плохо будет. Сейчас, наверное, с этим-то, с прицепом. Сейчас прицеп развернёт. Ух, вот это тут яминый, мать полез, честна. Полез. Лесоповали. Попробуй, Паш, попробуй поехать вперед. Ты не включаешь? Нет? Я по скайпу разговариваю. А? Разговариваю. Ты разговариваешь все время. Ты разговариваешь все время. Там нет никого. Кэш. Сейчас не перевернусь. Вылез? Ой-ой-ой. Ох ты, ёлка. Да-да. Вылез. Ребят, опять что-то игра подзависла, и я оказался уже в воде. Да? Печаль печальная. Короче, дубль третий. Давай. Сегодня у тебя как-то. Я уже, видишь, я подготовился. Сразу модем перегрузил, чтоб меня не выплёвывало. А мне надо было, видать, игру перезагрузить. А может быть, да, кэш почти. А я вон перед запуском GTA 5 вообще компьютер перезагружаю. Ну, чтоб дрова это перезапустились. Вообще все закрываю, все перезагружаю. Короче, делаю такую прям. Это, рестарт конкретно. Ой-ой-ой. Так. О-о-о. Все, корысь. Прошел. Урал тут получается самый маленький. На Урале тут вообще, наверное, в легкую, да? Я смотрю, Витя там чешет спокойно по серпантину, все эти поворотики прорулил. Вообще как? Без напряга. Где, ну, где вертолет, я там за два раза зарулил. Ну нет, мы в один раз уходим, я вот в один вошел. Я на стену, на горку сильно забираюсь. А. Не, я прям что-то по дороге. Да, надо конкретно создать вот для парагона как бы 4 машинки сразу, чтобы не мучиться там, знаешь, заменами, не заменами. Надо собрать их в кучу и прогнать, чтобы все там идеально было. И одной папкой потом перед стримом раз запрыгнули. Ну да. Ну, по крайней мере, будем точно знать, что уже все будет. Паша, ты тоже без манипулятора. Да. Тогда все, давай встаем под Витю. Так. А Витя, ты точку открыл даже, да? Да, все, я открыл. Витя самый... Да, че, я разворачивался, заодно и захватил. А, да, надо, кстати, сразу развернуться, пока без группы. Да-да-да, разворачиваюсь, рядышком параллельно. Я хотел уже прям вставать. Короче, Витя у нас сегодня будет... Витя нас будет грузить. Да, я буду еще на полставки. Дим, не лезь сюда пока, сейчас дай место. А ты знаешь, что сделай этим прицепом? Зацепись за пенек, разверни его просто и все. Вот так вот вправо повернись. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Я там уже палок себе накидал. Да, парочку. Для полного счастья троечку. Дрова вот там, по-моему, у тебя одно бревно на другое легло. Так. Надо будет их манипулятором туда пошевелить. Так, Паша тут уже... Паша, надо было, тебе знаешь, было с цепями поставить вот эти колеса. Вот они вообще копают. Они даже, по-моему, круче, чем вот эти тапки копают. Они поэтому, знаешь, чему? По сухому, короче, грунту хуже идут. В горки сложнее забираться. Не знаю, я вчера ехал на Крайзе, нормально вообще он прет. Все, разъехались с тобой. Нормально. Без проблем. Так, у меня вообще пока не грузится ни хрена, перепады там. Такое ощущение, что мы все в Мурманске, на всех Мурманских. Все, Мурманские номера такие. Мурманские, да. Все в Мурманских номерах такие. Так, потянем.
Я вон разворачиваю сейчас за этот. За прицеп зацепился. Сейчас. Блин, здесь еще этих деревьев накидали. А, сейчас погодьте, ребят, кстати, да. У меня это название. Топ. Так. Ух. Ух. Ну, на понижайке он по этой грязи вообще. Обороты маленькие ставишь, он просто тупо едет, даже не буксует. Ну, на маленьких, да, хорошо идет. Вообще он идеально. Я очередь занял. Да хлебом, кто последний. Может мне вперед маленько проехать? Да не, да не, нормально, нормально. Видите, грузите, да? Поклалось? А, нет. Криво, криво. В роспуск не попал. Да. Что-то Данил потерялся. А, блин, мне, наверное, отъехать надо, да, маленько? Да. Забор поставили, думал, сейчас через забор перелез. Блин, ты что ж со мной сегодня? Значит, прицел сбился. Чё? А ведь я не выставил опоры. А, там опоры же плохо в эту грязь втыкаются, да? Да я их смысла особо и не вижу. Да, чё, мне еще назад? О! А, нормально хватает. Пам. А, ведь я тут. Так, одно есть. Витя там весь качается, Урал уже на бок такой завалился. Да у меня у самого уже это три бревна лежит. Только я их не мог положить, потому что это. Ну, не того. Неровно подо мной, короче. Ох, там Витю качает. Качели там устроил. О, еще Урал едет. Парам-пам-пам. Занимай очередь. Здесь живая очередь. А, у тебя своя есть. Своя есть лапа. Да, могу загрузить, если что. Так, а у нас получается там сколько очков-то надо? 8, 24, да? А мы сейчас потащим сколько? По 4, 16, 8. Да? Ой, да, 16. 16. Ну кому-то еще надо будет делать ходочки. Да можно потом съездить бортовыми всем, прикатить по два очка. А, кстати, да. По два очка, как бы, весело будет. Да, так это, не расслабуюсь. Не стоять же, не курить никому там, знаешь, в гараже. Я постою, вот там съездить, а пока что. О, кадет нас смотрит, сам автор карты. О, молодец, кстати, парень, молодец. Парень, молодец, все штуки просто прикольные. Просто да, прикольные да, штуки. Единственное, что вот просьба, если смотрит, то пусть поставит 4 машины на старте, на всех картах. Чтоб можно было различными модами загружаться. То есть вот 4 машины появилось, сели на 4 разные автомобиля, на 4 мода погнали. И все. Давай пробуй, Паш. А криво легло криво последнее. Последнее, да. Надо поровнее его. Витя тут такой, схватил. Да-да, вот к себе его, наверное, да, поближе. Че, загружаемся? А ты убить, что ли, там? Витя, дрова. Дрова сейчас заберут. Это мое. А все равно криво, да? Нет, все нормально. Сейчас вам... Все, короче. Что-то там... У меня одно упало. Какое? Сейчас я увижу, я его подберу. Подожди. А вы там поделились как-то там? Я сейчас, если... Какой это? Да, это. Что-то меня кто-то поремонтировал, что ли, не понял. Это я. Сейчас. Прицелюсь. И поремонтировать-то некого. Все отремонтированы. Сейчас еще одно соскользнет. Короче, дело к ночи, я чувствую. Блин, у меня оно сейчас тоже выскочит. Прям держится, еле-еле душа в теле. Ну да.
Потеши-ка, потеши-ка мне спину, Данил. Потеши-ка мне спину. Ах, ах. О! Да ёшкин кудряш. Спасибо. У-ху. Чего вы там делаете с этими брёвнами? Что-то играют там. Так, ну по идее должно нормально лечь. Ничего там нагородили, мама не горит. Нифига, не могу принять груз. Как-то. А, ой, не то. Ой, подожди, слушай, у тебя здесь что-то вообще кошмар. Что вообще эти брёвна летают? Кто тебя тут, кто это грузил тебе вообще, а? Вот не знаю, кто меня загрузил тут. Понапихали тебе тут это. Да. Вот плохо, что как бы бревна не видно. Так бы сейчас Данил твои бы бревна у тебя стырил. Мне бы и нижнее бревно у меня прям в роспуск залезло. Ага. Эй! Сломает сейчас мне. Ну я чешу вот, тебя. Смотри, сейчас что делает? Прическу наводишь, что ли? Наверное, решил генератор срезать у меня с крыши. Все, вот так бросаю его. А, тебе же это не нужен, да? Шноркель? Да. Ведь и третье тоже поправить мне надо. Ага. А ты вот эти забери, а то мне мешать будут. Это моя запаска. Дим, тебе не идет запаска от Урала. Нормально, нормально. Одно не могу взять. Пододвинь его влево маленько. Ну, парни. Сейчас подвинем сейчас. Да, вот это. Верхнее, по-моему, какое-то. Сюда? О, все. Подвинь. Блин. Толкнул. О, все, сейчас появится. Что-то опять, по-моему, криво, нет? Так, сейчас подожди. А это мне надо отдать как-то. Только они, блин, вы там поделили бревна свои, нет? Сейчас я вроде нормально это загрузится. Да? Давай нет, я возьму. Нифига не загрузится. Сейчас я забираю его. Да, вот это. Да, запхалась она у тебя тут от души. Куда-то под роспуск, да, какое-то бревно залезло? Оно под роспуск провалилось. Ой, ой, сейчас... Витя почти достал его. Вот эти два хорошо легли сейчас. Да, два там хорошо лежит, ну. Во-во-во, вот это сейчас поднять туда на роспуск, нормально. Положить его аккуратненько. Во-во-во-во-во-во. Во! Все вроде попало. Видя там аккуратненько так копошит этот. Все, есть контакт. Отлично. Да что ты? Я не могу загрузить. Да как так-то? Такие дергунчики там едут. И опять они у тебя под этим, под уровнем. Написано, да, я нажимаю, может, все, готов опять подгрузка. Они опять, может, что-то там мутят на этом самом. Они опять что-то залезли. Они опять там накрутили что-то. Это стопудово. Нифига не грузится. Написано, готов к подгрузке, нажимаю на это. Все зелененькое, да? Да. Это косяк уже получается. Ну-ка, давайте-ка я проеду. Давай попробуй тебя загрузить. Меня загрузить, да. Может опять они там, у них эксперимент идет очередной. Паша, а ты куда уехал-то? Паша, сейчас тебя будем перетряхать. Ты там потом не развернешься, не заберешься. Что у меня вообще тут все потемнело, почернело. Ничего не видать, да? Геймовер, что ли? Не, геймовер нам не надо. Вить, может, ты мне пока свои передашь? Нет, обойдешься. Сам погрузишь. Так, я готов. Так, я тоже. Я думаю, что это надо. Давай вперед, маленькая. Давай, Дим, вперед. Парни тут опять что-то накрутили. Это как с лебедками. Что-то было, накрутили, вот у них, да. У них была и проблема с дрова. Еще, Витя? Давай еще вперед. Я скажу, когда стоп. Еще. Эй, роспуск, стой! Ну. Еще роспуск потерял. Еще? Давай еще, Катя. Он уехал от меня. Карай. Так. Ну вы там скажете, как погрузитесь? Один есть. Да. Ой, дурдом. Короче, что-то, наверное, парни накосипурили. Опять. Была ж проблема у них такая, что, знаешь, грузишь, не хватает бревен. С
Все, я тут смотреть буду. Twitch. Это кадет в стиме меня смотрит. А в стиме, кстати, качество, по-моему, вот когда идет трансляция, плоховатенькая такая, да? А я не знаю. Я как-то смотрел где-то. Я не сравнивал. Не помню, там она, знаешь, как... Во, у меня нормально вообще два положились. Ну так грузит-то кто? Ну да. Рука уже набита. Ну конечно, я на Паше натренировался. Тебе уже... Посмотрим, если меня сейчас не загрузит, как бы, это опять косяк. Ой, ну да. Я вот до сих пор блёвну не могу после твоей тренировки вытряхнуть. Так, третья. Всё, 5 баллов. Чё, попал? Да, все нормально, да, пускай его. Вот. Все отлично, теперь как-то передавать надо. Да? А, да, 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 там наводишь. Там человечек такой нарисован. Ну, пока у меня никаких человечков нет. Функции нажми. Функции. Функции. А вот теперь есть человечки. Давай, хватай их. Есть. 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 Прицеп криво стоит сейчас. Шевельнусь немножко. Да блин, забыл предупредить. Мы тут собирались на полчаса и так опоздали. Но он пишет, кадет, что, мол, это... Предупредил бы, что мы стримить будем. Так, мне тоже надо отсюда выкозюливаться, прежде чем... Ой, никуда. Витя, ты... Всё, я загрузился нормально, Паша. А может, Данил, может, ты Пашу погрузишь? Давай. Я загрузился вообще. Сейчас я пока тут в гараже. Паш, ты напишешь, как ты паркуешься? Ты в гараже? Я на этот, на окраине. Ну он пересесть может, у него там, у него есть там машина. Понял. Что, подождем парней, Витя? Давай подождем. Чтоб веселье писалось. Мы можем пока на покурить сходить. Да, кстати. У меня погрузился. У меня тоже. У меня, да, с дровами. А ты не видишь меня, что с дровами? Нет, дров я твоих не вижу. Нет, я с дровами, а ты у меня с дровами. А ты у меня без дровами. Это очередной косяк игры. Это косяк, да. Это они забаговали. Ой, Витя, они там не проедут потом. Или хватит там места? Там знак мешает, нет? Блин, что тут вообще потемки такие, Да, они... Я говорю, да, я вот тоже выехал там прям темень. Они сейчас, видишь, ты... А это к фонарю, потому что мы подъехали. Ну да, да. А этот самый, они, видишь, сейчас тестят. У них раньше была, по-моему, бета-версия, как бы они на ней все вот эти свои обновы. В стиме не слышно вас, ребят, короче. А, ну это да, это такой... в стиме, да, не будет слышно. Вот. Хотя странно. Так, все, давай, пойдем дымить. Они, видишь, раньше на бетке все это тестили, а сейчас они прям пиндюрят тут прям на стиме. Впрямую, то есть как бы идет. Почему бы и нет? Мы пошли курить, короче. Давай, да, пойдем. Сейчас камеру поверну, где вы тут будете грузиться, чтобы видно было. Как раз и день придет. Паш. Да я тут ползу, кое-как развернулся. Ты этот напишешь, как будешь подъезжать? Ладно. Я тебе скажу, я тебе не буду писать. Блин, сори, не подсказал. А ты все прям уже стоишь на месте? Нет, там этот... Витя загоражил. Сейчас на место поставлю. А? Чтоб ты уже ориентировался. Ты тогда не уходи, я прям сейчас сразу уже и подъезжаю. Окей. Ты лапы будешь ставить? Да, а то его перекосить может. А, не, погодь, сейчас походу не буду ставить. Они не выставляются. Ага. Сейчас я подтягиваюсь тут по грязюке. Ты уж это сразу тогда развернись. Да я потом с брёвнами развернусь, Настя. Сейчас подожди. Да я прям ходу. Все, давай вот так. Так, одно есть. А то Витя нагрузил мне тут, я кое-как, блин, вытряхнул. Я видел там сколько.
От души. Что-то мне не понравилось так, этот упало бревно. Второе? Да. Да нет, вроде нормально. Это я его скинул, оно так прям летело долго. Оно за трос еще зацепило. Так, я пришел. А, все, куда? Все, я уже. Мы грузимся тут. Я вижу у вас там полным ходом. Ой, я вижу, манипулятор летает. Полным ходом вы там. Мяу, там мяу летает вообще. Я уже боюсь нажимать, опять готов к погрузке, я уже боюсь. А ты попробуй нажимать на ровную местность выехать, вот сюда, откуда. А я, я подровнял прицеп, как положено, все отлично у меня встало. Щелк. Ну-ка. Ты принял эти бревна-то? Да, все. Так все, он, я тебе говорю, пишет без стрелочек, и все, готов к погрузке, пишет. Yes. О, с дровами ты, все, ура! Я твои дрова вижу. Ага, вижу дрова. Теперь там грязи, ты тебе. Я только на Диме не вижу дров. А у меня есть. Дима порожняком идет на моих глазах. Нормально все. Все в дровах. Я весь. Причем у меня дрова, у меня береза. Так, заброшенный город нет, мы не играли. Больно длительная карта. Карта хорошая, но долгая. Там можно на шаландах. Мне понравилась карта, которая этот прогулка, помнишь? Попить? Прогулка? Нет, еще помните, где мы на 157-х играли? Ага. Ну это штука была первая, штука, по-моему. Штука первая, да. Да, вот хорошая была карта. Не, кстати, реально, по-моему, самое оптимальное это вот стримить на штуках вот этих. Они коротенькие такие, да, в принципе. Да-да, и экстрима на них достаточно. Веселые. Экстрима здесь более чем достаточно, я бы сказал. Да, могу сказать. Точно. Хватает. Так, а где Паша-то? Паша разворачивается. Я тут. Ой, складываю. Паша складывает там рост. Складываюсь вообще. Ты тут не так надо было, тебе надо было наоборот, вот как бы к пенькам сюда и вот мордой к вагончику к правому. А потом. Кадет снова в Twitch вернулся. А потом. Ну, правильно, там ни болта не слышно что-то. Я не знаю, почему там не слышно. Может быть, кстати, деление канала звукового какой-то идет, потому что фиг его знает. Так, Данил тоже загрузился. Паша там сейчас бревна. Я уже в пеньки поехал. Пятая штука побольше. Пишет кадет, что она побольше. Блин. Паша что-то там встрял. Попробовать. Да тут этот проехать. Фонарь, блин, опять ничего не видно за него. Так, ну что, у меня там видно бревна? Да. А я не вижу. Я вижу. Так, вы что-то халтурите, ребята. У меня все с бревнами. Вдвоем что-то рассказывают тут. Да. Заливают с бревнами. Да у него тоже бревна. Да не, подожди, мы все поедем, чтобы ведут. Да не, я в смысле встал, чтобы там Паш поехал. На самом деле мы с Витей вдвоем только бревна везем тут. А ты что, Паш, тоже видишь, как мои бревна? У меня видео есть, я могу подтвердить. Паша! Что-то ты сейчас там ляжешь, наверное, что-то как-то тебе там прицеп. Причем у Димана я тоже бревен не вижу. Я с дровами. У меня есть доказательства. Да. Я пишу видос, так что, парни, извините. Я вам могу предоставить все это дело. Че, пропускаем Пашу вперед, да? Совсем вперед? Ну да, пусть он перед тобой едет, чтобы тебе писать, как они едут. А я буду сзади с хвоста писать всех троих. Ну давай. Паша, что-то там. Когда мне появится. Паша что-то там пыжится. Ну, в принципе, Даня, если ты хочешь ехать, езжай первый. Да не, у меня просто вот этот крас солярой. А, кстати, все, вот, вылез. Ура! Вот, кстати, вопрос такой, что когда вот перепрыгиваешь, загрузил машину и перепрыгиваешь с машины на машину и обратно на машину, где дрова, тоже вот баги бывают в этом в игре. Да, но раньше были, я помню, бревна падали. Да, они соскакивали. Ну что, поехали ведь. Поехали. Так, Дань, сейчас подожди. А не там еще Дань. Машина-то где-то должна быть впереди. Смотрите, чтобы один на другого не встал. Ой, Витя, надо было тебе его пропустить. Зачем? Ну ты бы его писал как бы тоже. А, ну ладно, все. Так, где кто? Ну, я поехал потихоньку. Данил. Он, Витя, за мной едет. Это Данил тут все, пробку создал. Сейчас, ну, давайте нас подожди. Заправлю. Ой, что-то я вообще забыл колеса поворачивать. Да нас не надо заправлять, вот тут соляры хватает. Сейчас до гаража допилим, нормально. И мы заправлены, тут хватает. Садись на Урала. Угу. Нас-то ой, блин, ребята, опасный момент что вообще. Блин, еще потемки, вообще ничего не вижу. Данил, ты где? Да вот, мам.
Че, мне ехать? Я тебя вообще не вижу, твоей машины. Ну, он заправляет нас. Все, вижу. Что-то мне подсказывает, кто-то из нас здесь кувыркнется. Нет, что говоришь, Дань? На кразе я могу, если что, там помогать, разворачивать. Как бы это был не я. Тут места, по-моему, нету, чтобы разворачивать. Эть, Паша такой, хопа-хопа. Бачком-бачком. О, на... это жесть вообще, тут на жесть. На КамАЗе клёво сделал вот эту подсветку от вот этих фар. Короче, от которые на багажнике. О, без фар, по-моему, комфортнее. Вообще прикольно. Какая у меня подсветочка идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я сейчас пересяду. У меня что-то сзади все трещит там. По швам. Сзади, слышу. Осторожнее, впереди мой стоит. Вот-вот, не зря он тут. Вот зря сюда приехал, как бы, на нем. Ух! Что? Где? Когда? Кто-то уже... Все? Нет, нормально. Сейчас я тогда его вниз спускаю, ладно? Да пересядь-то, господи, мы насквозь его проедем. Не, ну а я... перевертыш. Зачетно улетел. Смотрите по карте. А, все уже. У, я спустился вроде. Да? А я? Ну как? Паша вот едет, я вижу. Блин, тут это... Да там жесть вообще. Вот это мешается. Древесинка тухлая. Вить, ты зад прицепи, а то... Не подпирайте только друг друга, потому что там назад мало ли маневр надо будет делать. Ой, ой-ой-ой, я как-то что-то слишком много взял. Пусть я вообще на самых маленьких. Ну, Витя прошел. Нет еще. Осторожно, там прицеп, чтоб не ушел. Воу-воу-воу-воу. Так, ну вроде бы как бы это. Вроде. Слушай, у меня одно место сжалось прям. Так ты разжимай, разжимай. Подождем, Витя. Давай подождем. Как это? В каком-то анекдоте. Выдыхай, бобер, выдыхай. Так. Да мы шестью очками не рискнули ехать. Я предложил с длинным распуском, но что-то как-то не одобрено было. Мое предложение. Да как-то тут я не знаю, с шестью, так мы вообще тут не, по-моему, не прошли бы. Данил там уже лебедочкой задницу себе подтягивает. Ой-ой-ой-ой. Подтяжечку как-то... делаешь, да, Данил? О, светлеет. Да. Наконец-то утро, парни. Да, утро наконец-то, да. Тут не так темно будет. Фига, мы сутки грузили. Ох, как бы мне сейчас тут войти-то в этот поворот. Ну ты как я, жопу цепляй. Под самолетом прям. Я нормально, у меня все. Я профессионал, у меня все точно. Я без всяких там. Я за жопу не цепляю. Ой, я смотрю просто спереду. Я тут в пробке. Пробка. Поехали. Едем. Паш, не буду тут сейчас спускаться. Но вчера я Знаете, есть вариант, как можно... 7 зрителей, ребят. А ты тут внизу стоишь и ловишь. Ладошки. Гараж-то вроде как совсем рядом. Прям... Далеко. Видите, прям так и манит, да? Палки валяются тут везде. Палки мешают, не знаю. Лос одно. Отодвинул ее нормально. Ой-ой-ой, как вот тут... Кстати, груженым легче двигаются. Да, кстати, вот это хорошо, что сделали в обнове недавно, что можно двигать деревья эти. А то раньше вообще ничего не сделаешь. На моей карте последний на этот. Ёкарный бабай, у меня эта палка в меня залезла. О, я ее вообще кручу, короче, верчу, обманул. Ой, я её провернул. На 180 градусов, наверное. Диман, ты там по-честному поехал, да? Да, что-то я не решил. Первый раз. Я вчера-то ехал тоже первый раз. Я первый раз вчера тоже по-честному ехал, потом кочу не начал. Я все первый раз ехал, все искал, где бы.
Где бы тут можно было подсрезать немножечко? Во, бревно-то тут, конечно, да, оно вообще торчит вообще никак. Я его там крутил, я говорю, на 180 градусов. Мне все нормально, я прошел. Здесь еще прикол в том, что с одной стороны смотришь, вот нормальная дорога, а с другой стороны там обрыв, считай, резкий. Как бы все, вроде пролезли пары. Ой-ой-ой-ой. Вот это как тут, Паш, нормально вообще проехалось? Да, потихоньку. А там, да, поворот тоже такой, скалиный. Да, с грязью, тут неудобно, так это кренится нехило. Тут главное не разгоняться, и все будет нормально. Так, сейчас мы тут. И лебедки тут некуда кинуть. А к знакам нельзя прицепляться? Ну я проехал, нормально. К знакам нет прицепа, точки там, да? Не прицепиться к знаку, если что. Никто не пробовал. А знак, наверное, не цепляется. Нет, знак не цепляет, да. Не, без. Это все равно, что за здание зацепиться. Дим, я даже не знаю, как тут. Ой-ой-ой. Вот ой. Мы проехали, Паш, потихонечку, там, полигонечку. Не особо не газуй. Я пролез, нормально. Все, тут у моста жду вас. Да, ничего себе, Паша быстрый. Да. Я вот все, я тоже на хвосте у Паши. Знаки очень близко стоят вообще тут. Видишь, зацепился. Прям как этот, в автошколе. Хоть виляй. Оба, тут грязище. А, да, кстати. Ну, подниженный, вот да? Через лужу. Я думал, проскочу, проехать. Нифига. Что дай? Там через лужу тяжело проехать. Ну, тебе виднее, ты здесь уже был. Да. Ты уже там был первый. Там, кстати, он пустой вообще садится. И не понижено, ничего не спасает. Кто садится? Как раз. Нормально он копает тут. Мама не горюй. Вот тут, ну, повышенный ведь вообще хорошо идет. Да, да, отлично пролетело, очень повышенно. А вот в лужу все. Ё-моё. Сейчас у меня водитель уже это акваланг будет одевать, короче. Трубочку через лесок просунул. Ну, через крышу, давай, дырочку. Я нормально тут с видом от кабины, из кабины еду. Так, тут рекомендация от автора, ближе к правой стороне. Угу, там нормально, мы вчера без рекомендаций тут нормально проезжали. Копали. Я вчера с правой стороны, вот там прям у скалы как-то сходу прям вообще. А да, только в лужу залазишь и направо туда сразу, за знаки туда. А все, я и так, в принципе, нормально пролез. Это кто тут с манипулятором? Какую первую разгружаем? О, Данил, сейчас упадешь. Ну давай с крайней начнем, то есть последний. Опа, у нас ДТП, тогда. Парни, надо поднимать его, пока он на меня уперся. Кого? Данил тут завалился на меня. Ёкарный. Давай разгрузим, с порожняком подъедем. Давайте. Он еще на манипулятор хорошо уперся. Да, Даня, а ты не можешь там с манипулятором поднять? Да он не осиливает. Не получится у него. Я сейчас попробую, сейчас давай колеса сейчас выверну. И попробую вот так вот как-то. Все, сейчас ты вообще, наверное, ляжешь. Оп. Все, поднялся. Подожди, стой, дай я тебя подопру кабиной. Подопру тебя сейчас, подожди. Еду. Все, я тебя подпер вроде. Во, давай, я тебя держу тут, если что. Что-то он вообще заваливает. Нормально, давай, греби. Сейчас. Я у тебя держу дрова, если что. Mm-hmm. Нормально. Давай, я подпираю тебя. Все, тип-топ. Нормально? Надо было по центру тебе брать. Может это, могу подстраховать. Вот, либо цепляйся. Возьмите его, подцепите кто-нибудь. Нет, нормально прошел. Да, в принципе, уже выровнялся вот, практически. Да, он уже, да, почти вылез. Все, отлично. Ну, все, порожняком, смотри, еду, ты еще что-то здесь
говорят им. Это у вас порожником, у нас все нормально, мы здоровы. Они у меня, кстати, тоже, видите, пустые. У нас все нормально. Вы видите, мы сейчас будем разгружаться. А ты куда, Даня? Паша, проедь вот сюда, вот налево. Передо мной. Зачем? Налево туда. Объедь просто. А, ну я давайте отъеду, чё. А извините, сейчас отъеду, я туда нырну. Ну, почти в лес. Надо бы туда. Так, ну чё? Давай. Так, подожди. А, автономка нужна. Чё там разгрузили-то? А, разгрузили левую, самую левую. Левую, самую. Первую, да? Да, первая левая. Я дальнюю грузил. А, я чё? А, я диф не включил. Давайте тогда дальнюю сейчас, да, да? Да, главное, чтоб это не возить туда, куда уже отвезли, вот это главное. Да, сейчас можно по 2 очка нам взять, как бы, и мы привезем как раз на последнее. Да. Ну, сейчас автономку брать будем. Да, автономки можно взять. Автономки на все, да, плюхаются? Да, 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 по-моему. Дим, а эти на 260-м тапки отличаются, нет? В смысле? Ну, колеса. Такие, или такие же? Это одни и те же колеса. А, одни и те же, да? Тогда да. Не... Это, или прокатиться на 260-м. Тоже красиво смотрится. Я бы посоветовал эти железные вот эти. С цепями. Я вчера на них ехал, вот они по грязи маслают. Мама, не горюй. По грязи, да, они хорошо. Они видят. Вообще там гребут. Сейчас Данил потерялся. Данил, ты где там? Я в гараже. В смысле, а, ты в машину кинул, что ли, опять? Да. Короче, Данил кочует. Да. Чуть-чуть, самую малость. Не, я поеду на 375. Машину зверь вообще. Я буду на КамАЗе добивать. Я уже тоже на Урале поеду. Так, рост. Ой, на Урале, на Крайзе. Так, платформу с краном снимаю. Так, мне попробовать на КамАЗ еще один цепи поставить. Ой, их надо это было снять еще, какая опора. Опора. Где она? Платформа, тележка. Опора. Где? А, это будет. Не нужна. Так, автономка. Сейчас я заправлюсь и тоже могу выезжать. А я, кстати, по-моему, так и ехал вчера на 200 литрах отсюда, даже на заправку не заезжал. Ну, у тебя там бензин впритык осталось вообще. Ну да, 60 с чем-то литров. Я на обратке в гараже тут заправлялся потом, по-моему. А я тоже не заехал, кстати. А в гараже тут тебя заправили там до 200 литров? Я не знаю, почему он у меня нет запаса. А, да, 208 литров, по-моему, или 200 еще, как-то так, 200 с чем-то. Так, резину можешь поменять какую-то. На шоссе я... Все тут гоняют. Ну да, шоссейки не для данного, это не для данной карты. Так, кто, где? Же можно, ребят? А, вон, вижу, все. Шоссейки вообще, я бы даже сказал бы, не для спинтайреса. Не, ну почему-то есть такие простенькие карты, можно на них, если три моста, как бы она гребет. Так, поехать на Татровских, не знаю. Ладно, поеду на Татровских. Если что, подтянете. Ты же на этих, на с цепями хотел. А на КамАЗе нету. Надо тоже их сюда, наверное, сделать. На КРАЗе они есть, на Урале, по-моему. Дим. Я? А помнишь, я тебе эту ссылку кидал ВКонтакте на мини-купер? Ну, это, на мини. Мини кого? Розовый. А, ну. Ага. Вот такой вот сколько будет? Ты вообще такой реально с 13-й версии конвертится? Да. И... Ну, ладно, потом после стрима. Давай. А то, в принципе, мне кажется, на нем по приколу так весело будет. Да кто же он, видишь, как бы тут... Вариант тут. Ой-ой-ой. А, я без этого. Я как-то больше, знаешь, вот большим. И мне именно нравится, знаешь, вот наша Савдепия.
То есть как бы я не приветствую там вот эти Volvo всякие вот это. Mm-hmm. Да, и у меня тоже патриотические такие взгляды. Игра создана как бы реально русский говномес, вот, извините за выражение. Нормально. Реальный русский говномес. То есть для русского говномеса 157-й, Уралы, КамАЗы, трактора наши, белорусы вот эти, Ка, вот эти все. Это да. Так, кто меня протянет руку дружбы? Маша, ты еще не решила, да? Я как всегда, хоть тут. О, куда ты там рванул? Да ты видосы посмотри, я вот который вчера мы снимали. Блин, я мордой просто камень. Сейчас я от дерева. Тарам-пам-пам. Давай, лебедочка, тяни. Оп! Зенитушка гори, да? Все. Сейчас подожду я тут, кто меня тут на хвоста возьмет. Да мы тут как бы и я, и Витя. А я просто, чтобы писать, как бы, мне надо, чтобы последний меня зацепил. А, последний? Да. Тогда я поехал. Да, вы можете, да? Да я еду сейчас уже тут. Как бы, я как раз вас сниму, как вы там по серпантину проходите, вон там поверху, я же вас опять зацеплю на видео. Может, так. Хотя бы тебя чуть-чуть приподнять? А не, оно тут нормально подъезжаешь. Вот тут только единственное, что когда вот потом цепляешь, сначала подтягиваешь лебедкой, а потом вместе на лебедке с ходом вытаскиваешь его. И с той стороны также можно отсюда спускаться, но тут опасно очень. Я обратно поеду, попробую соскочить. А, блин, тут тапки надо было большие одеть. На этих опасно будет маленечко, по-моему. Так, камера тут сейчас опять. Паша, я тебя не вижу, ты где? К Зилу, ну вот он, я уже. Ты к Зилу подъехал там, нет? Да, уже. Да! Я не могу зацепить вверх. Шишига какая-то мешается. А вот вижу, едешь. А мы, кстати, эти круги-то убрали вокруг машины, у нас нету. А, кстати, да. А, нет, подожди, у меня там. А, нет, а у тебя есть. У тебя осталось. Да. Так да, надо да, тебе да. Файл жаль, поменять. Жаль, ребят, то, что это не статичные модели вот эти. ГАЗ-66, а то есть. Паша, Паша, были... далеко! Все нормально. Поехали, поехали. Морда вылезла вроде. Не переверни меня только, не переверни. Давай, давай, давай. Трос, кстати, видели, резиновый сделали. Он резиновый? Паша, сейчас ты меня уронишь. Нет, нет, нет. В смысле резиновый? Но он сейчас растягивается. Так он вроде раньше тянулся. Нет, нет, сейчас вообще он как резинка стал. Паша, стой, стой, стой. Желательно. Назад, назад я сейчас немножко, подожди, попробую. Все, и теперь тяни меня. А, все нормально. Ой! Блин, на этой, на ручке офигеешь, ковыряться. Все, давай, отцепляйся, я поехал. А, так ведь, я думаю, ты разгружаешь, разворачиваться будешь. Не, я сразу. Ну, что ты... С автономкой. Это с распуском, да, тут гемок. С автономкой. И задним ходом выеду вообще. Опасный момент. Да-да-да. Все, ты уже привык. Я уже с первого раза вхожу. В один заход. Да. А у меня, походу. Ай, уперся кабиной. Оп! Все, я тоже немножко назад скатился, но в принципе хорошо все. Без проблем, скажем так. Все, давай, КамАЗе. КамАЗ, давай, рули. Ну давай, блин. Че, Паша уперся так? Да я повышенный врубил, чуть-чуть притормозил, он все одет. Не, на автомате уже переключился тут. О, бог, кто-то там уже. Витя, ты с дровами уже? Да. Какой ты быстрый. Ну да. Как вода в унитазе. Ой. Не нажимал, думаю, сейчас заднюю в это втыкну и... И что-то заднее не втыкнулось, короче. Я втыкнулся в забор.
Мандаринчик. Оп. Что там, кого загрузить? А мы, так, все, давайте я... мы все, мы все с руками. Сюда за блоки выкачусь, короче. Тебе надо ехать не первым, Витя. Ну да. Чтоб тебе снимать как бы... Ну так, вот я тут сейчас место оставлю для проезда. Можешь заехать, знаешь, куда? Вот за столбом вот тут подняться. Получается, от столба справа тут маленький такое место. Я вчера на край там заезжал. Жопой туда сдал. Ребят, чем? Кого? Там экстремальное такое. Не, место. У меня соляра что-то как-то не очень много, кстати. Глуши, глуши. А сколько у тебя там в баке? У меня в баке осталось... Да не, ты что там? Ну, я... ну, в принципе, должен до гаража дотянуть-то, по идее. Ну да. Но, ладно, ребят... пойду я задымлюсь. Давай. Я пока проедусь. Бревна тут чьи-то валяются. Да, Паша, да. Ты, который первый раз выкидывал. Это я, который выкидывал там. Я сейчас тоже сейчас развернусь, пойду на перекур. Скажу. Блин, а я пойду сейчас на перекур схожу, пока грузить. А вы давайте этот, встаньте один сбоку, например, а другой сзади, чтобы я вас загрузил. А, ты будешь грузить? Ну давай тогда развернусь пока, если Паша. Ну вот я вам тут привет бревнами махаю. Привет! Папе, я сейчас тут... Папыренько. Сейчас опять дело к ночи, походу, пока мы будем сейчас грузить. А ты сможешь, тем моя культя просто не будет мешать? Да. Убери ее в сторону. А я сейчас сзади там подъеду тогда. Я подожди, я уберу ее сразу. А сколько надо закинуть? 4. А, ты два уже сейчас, кинул? Я сейчас еще два закину, ты отъедешь, и я Пашу загружу. А, ну давай, давай. Блин, я схожу сегодня покурить, нет? Как пойдет. Груз получить невозможно. Одно бревно, Данил, криво лежит. А, я сейчас его попробую сам поправить. А, я его не смогу поправить, потому что я его не вижу. Он у меня же нету. А, ты так еще два просто мне его кинешь. Угу. Как-то криво. Все, я с дровами, парни. Я отъезжаю. И пойду курить, пока вот тут. Маслайте. Так, драйвер там тебя, кадет поддерживает полностью по поводу техники какой-то. А ты сможешь какой меня техники? Так загрузить? А, Дань, не знаю. Сейчас проверим. О какой технике вы тут говорили? Не знаю. Ладно, парни, всё, я покурю сейчас, пока вы выясните, я пока покурю сбегаю. Давай. Опа, драйвера я маленько тут это подрихтовал. Кто там из вас грузится-то? Я и всех уже почти. Ага. Сейчас Пашу догружу. Такие манипуляторы там, я не знаю, как в фантастическом фильме какой-то, я не знаю. А, это... Руки какие-то там лазят. Про Терминатора. А. Вот это действительно интересная карта, то что и быстро, и не так муторно. Чего? Не так быстро. Не, сейчас подожди, я чат читаю. А. Приятно, грузовик стоит, чтобы найти его. Что? А, типа... Ну тут я не знаю, наверное, через какой-нибудь транскрипт переводили. А, ну... Что-то... Найти его. Где, короче, грузовик найти, что ли? А, может, по поводу техники, чисто русский, без манов и всякой
Я тут? Я понял насчет какой техники. Насчет того, что, наверное, этот самый. Да, русская, что, не русская. Что совдепия, что тут должна присутствовать совдепия реальная. Ага. Хотя тоже вот мы вчера Студебекер вчера запилили с Пашей, да? Два. Что-то Данил не хочет в видео сниматься, уехал. Ага, стесняется он. Да, что-то ломанул такой. Да, так же. Эта музыка, не надо стесняться. Где там Паша? А, Паша Куль. Ребят, ну вы пока там ждете, я книжку тут почитаю, в КамАЗе лежит. Да, давай, только давай. Смотри, там налево сильно не гляди, наверх. А. Тут перевозбудишься, свалишься в обрыв потом. Нервно будешь рулить, руки будут трясти. У меня здесь все цивильно. Я тут. А, все, давай, прогоняй. Паш, у тебя там это самое 6 лежит. У меня здесь вообще ни одного нету. Да ладно. Ну да, как бы я тоже не вижу. Я, в смысле, я 6 бревен тебе туда кинул. Ты, Паша, развернись сразу, развернись. Да я задом выйду. Куда? Я тоже задом выезжал и здесь разворачивался. Как это там нет? Я 6 бревен туда накидал. Ну да, не знаю, а ты, наверное, отъехал. Да, уехал, они пропали. А, он же не, ты же не принял эти бревна. Правильно. Он не принял бревна, и поэтому такая... Вот тоже, вот как вот так, да? Подождите меня. Подтверждать что-то. Вот положили тебе, да? Пусть бы они сразу определялись, что как бревно. Ну да, лежат и лежат. Лишний вот этот геморрой какой-то, вот, я не знаю, очередной. Да. А так, да, вот надо залепить вот нам пак, например, да, и катать, например, на нем спокойно, чтоб не напрягаясь. Кто там гудит? Свадьба. А у меня и гудок же тут поменен, и дрова у меня березовые, и этих в текстурах я кружочек убрал. И гудок такой здоровый у меня, большой тут гудит. Ну да, у тебя там как фура, мимо проезжающая. Да. А когда, знаешь, часто нажимаешь, у меня вообще оно так, он же протяженный у меня получается, такой длинные гудки такие. Так, Паша там какие-то спички складывает у себя. Зубочистки. Ого, он даже не опускает, он прям сверху их так кидает. А я так же кидаю. Я прицеливаюсь, а потому что опускаешь до конца, не бывает это, боговать начинает. Опустил до конца, когда это, манипулятор только расцепил, он бум-бум-бум-бум, болтать начинает бревна. Это ж бревна, что с ними это будет? Ну да. Давай, Паша. Карандаши складывай быстрее. А то сейчас ночь придет. Кстати, темнеет уже. О, парни, уже все, да. Дело к ночи. Ну может до пилорамы расцветет? Да. Я в Вите уперся. Это я в тебя уперся. Ты стоял, я задом. Все, я выгребаю. Давай выгребай. Жаль, плохой перевод пишет. Ну. А ты ж по-русски писать можешь, зачем ты переводишь? Помощник переводчика. Не знаю, до этого латинскими буквами я прочитал что-то там непонятное. А он в чате плохой перевод. Так, ну что, Пашу пропускаем и выдвигаемся. Да, Паша, что-то как-то ты разворачиваешься. Я думал, ты отъедешь маленько. Ну давай, ты мог сейчас вот назад сдать туда, а я назад отъеду, и ты сюда вывернешься. Нет? Уже, наверное, 110 литров. А давай, может, это я вас буду снимать, последний поеду. Ну давай, пусть Паша туда проедет. Давай. Все. Какие текстуры интересные в Крайзе. А это изначально модель так сделана. Там не было ни колонии, ничего. То есть там это косяк уже не наш, то есть как бы. А изначальная модель так была собрана, поэтому после конверта она так. Ну это же не ман. Она конвертнута, да. Тоже верно. Что там, будете проезжать, посмотрите там, как крас мой.
А он все равно у нас же прозрачный. Да. Или ты в кразе? А, ты в кразе? Ну, вчера Ваню я потерял, вообще жесть. Да? Он меня чуть не скинул, вообще. Но меня подзаправили, отлично теперь. Меня тоже. Можно не переживать. Ты потом посмотри, где находится мой крафт и на какой дистанции я вас заправил. Ой. Ой. Подожди, о. А ник какой у Вани? Иван 89, да-да-да. О, он у меня в друзьях, есть, только что в Спинтайрес зашел. По-моему, в Спинтайрес. Вот, Ваня тоже, кстати, с удовольствием бы, мог бы где-нибудь на стриме погонять. Запечатлеться. Да. Ну, будем иметь в виду, если что, да, мало ли если что, сможет. Да. Нет, людей надо всегда иметь в виду. Потому что, да, у всех же, как бы, периодически, там, то, у кого-то времени нету, дела там какие-то. Я бы даже, знаешь, вот человек 5 бы сразу бы на стрим как бы загадывал, да? Потому что мало ли, у кого всякое бывает там. Да, да, чтобы заранее. Банально, как бы... интернет вырубился, все, человек не может, у да, там, или тоже... уйти им надо срочно куда-то. Вот. А как бы, ну, новости уже про стрим есть, как бы тоже не хочется отменять. Витя, не поджимай меня. Поздно, я тебя уже поджал. Тихо. А, короче, найти, чтобы завить. Упал. Да, подтолкну тебя. Не надо. Ой! Я могу хорошо. Все нормально, я съехал. Хитрён батон. Так, скачать. Дим, проинформирую, где можно скачать данные грузовики. Или грузовики, обратиться. Данные грузовики надо обращаться в группу Спинтайрес Драйвер-51РУС в личку к администратору Спинтайрес Драйвер. Все вопросы да. Туда. Так что как-то так. А я все, я жду сейчас группу поддержки. А что, никак не осиливает? Кто? Не, в мастерской кадет нету их. В мастерской нет и не будет. Если только кто-то другой их не сделает. Ну да. И не запихает их туда. Хочется надеяться, что... Так, я не знаю, как что? Дальше. Ох! Да, что не за что. Опасно пошел. Не вытаскивай. Я ж все равно пишусь. Жду меня. Кто там следующий? Паша. Паша. Я после как раз. Паши я Паша меня вытащит, а как раз ты будешь писать нас. А, ну давай, да. Я заодно посмотрю, как это будет выглядеть. А, как буксир? Как. Да, как вы там будете это. Дим. Я? Я вот думаю, может же быть Паша вот на моем месте, вот где-то сейчас, где-то здесь стоять. Понял. Че, Паша? Может быть, Паша на моем месте встать, где вот сейчас я, чтобы поудобнее вытащить. Нет, надо сначала ее, знаешь, вот он встает ровно. Вот сейчас, Паша, едешь, я тебе сейчас скажу, где тормозиться. Ты меня подтянешь лебедкой. Только хватай меня за левый клык. Стой. Витя, стой. Паша, стой. Стою. Так, давай. Паша, цепляй меня за левый клык. За левый. Все, давай, подожди, стой, я сейчас подгазовну маленечко. О-о-о-о. Давай. Оп, поехали, Паш, потихонечку. Нифига себе. Сейчас, подожди. Система. Ниппель. Ой! О-а-а! Чё это вы там колбасите? Данил там не отъехал. Ну вы, блин, доедете. Всё, у нас полная взаимовыручка. Всё, залез. Видишь, всё, так что передай автору карты, тут можно скощунить. Да он все видит. Даня, давай, поехали. Если бы пеньки были бы, как бы, стоя с этой стороны, можно было бы, знаешь, через пенек подцепиться и самому вылезти, то есть на лебедке. Ну да. Только единственное, что чревато, чтобы там не свалиться где-нибудь, когда съезжаешь. Или пенек не вырвать, да, просто они могут спокойно вылезти. Вот они бы лучше сделали, чтобы следы, свет, вот колеины от других участников оставались. Вот это было бы прикольно, да? Колею бы побольше
побольше раздолбили, как бы, знаешь, вот так вот. Тим, это, знаешь, это тогда уже было бы слишком сложно играть. Так зато, зато нормально. Так. Зато маленькая карта, и тебе, знаешь, как тут вообще было бы это самое. У тебя что-то тут меня тут уже булки наминает сзади. А, вот это знак! Вот это я поймал урон. 413. Ух ты, охренеть, ничего себе. Лапой зацепился от этого, от автономки за знак. Знаки, вот знаки надо чуть дальше убирать. Так, ремонт. Что есть ремонт? Есть кто меня там толкает? А кто это есть? А, нет, не я. Если толкает, то Дима. Даня куда-то полез там. Не, это Даня. Тест-драйв там проводить. Все, погнали. Так, погнали, погнали. Это что это тут? Данил тут скачки устроил. Смотри, Данил, блин, без твоих бревен мы карту не закончим. А то поедешь еще раз. А вчера, Ваня у нас вчера два раза тут с моста падал. Вот мы его. Слушайте, тут... я буду «Войну и мир» после стрима читать, короче. У меня, пока мы стримим, у меня столько сообщений в ВК пришло. Нас можно найти, например, вот по нику, смотрите, в стиме добавляйтесь туда, если что, пишите. Ну не сильно так, усердствуйте. Не сильно пишите. Пишите, но не сильно, да. Так, слушай, что на весь паровоз такой вообще просто... Нераздельный практически. Кстати, еще если бы цепка была на все транспорты, а не только на один. Тогда интересно было бы посмотреть. О, я еще еду не на понижайке. Че было бы? Если бы, короче, можно было все машины объединять лебедкой. Ну. Да, было бы классно, конечно. У меня есть волшебная лебедочка, но я не знаю, как она будет в мультиплеере работать. Короче, этой лебедкой можно от прицепа еще зацепить один прицеп. А, ну там просто точка дописана, получается. Ну, наверное, да. Я на автомате иду, я на понижайку не включал дифференциал. Копай. А я думал, конечно, идешь, я тебя подпихиваю. Идет он. Посмотрел бы, я далеко бы ушел, если бы тебя не пихал. Все, понижайку. Сейчас я, Паша, тебе подмагну. Сейчас я вот точно повышенный питаюсь. Эх! Все, пошла! Во. Пошла у нас! Пошел. Меня сзади, Данил, меня толкает! Давай догоняй! Вот, отлично! Отлично! Все, нормально, автопоезд у нас получился. Эй, Данил, тут не. Тихо, не падать! Меня тут подбросило вообще. Я тут остановился, когда тебя уже подкинуло. Слушай, я все, надо по понижайку включать. Я уже на понижайке вылез, все нормально. Какую разгружаем? А у нас одна осталась, там вот, которая дальняя, предпоследняя. Не самая дальняя, а поближе. Надо сразу развернуться для этого-то, для фотосессии. Ну да. Ну когда я тебя вернешь. И опять по темноку тут у нас фотосессия-то будет. Блин, ты что-то далеко стоишь. Паша, разворачивайся, да? Подожди, да, сейчас я развернусь. Давай. А, на ручнике не едет. Ой, и задняя скорость не та. Витя запутался в коробке. И в коробке запутался, и ручник не опустил. Короче, вообще. Еще и знаки там везде стоят. Спасибо. Здоровья. Все, пошли. Блин, поехали. Фонари они только хуже делают, короче. Да. Это тень играющая. Ой, опять заехал в фонари. Надо будет нам выезжать из фонари, чтобы посветлее было. Ну да. Ой, я вообще даже бревен тут не увидел. Или дня дождаться. И вот жалко, что свет у вас не горит, и чувака у вас в салоне нету. Да, вроде мелочи, а как-то без них не очень. Да следы, вот главное следы, и вот чтобы можно было... Другая машина, чтобы нарывала ямы, вообще бы классно. Да, да, это было бы намного интереснее, чтобы свет водилу можно было чужого видеть. Блин, да? Время 2 часа ночи только. Ой, долго ждать придется. Очень долго. Че, разгружаем? Так, ну, разгружать-то разгружаем. Скинуть грузчик не нажал.
Это убито, он у тебя в кузове бы остался. Ладно, я разгружаю. Все, понеслось, полетели бревна. Да не вперед, Данилу это. А я не могу. Не, я Данил, я говорю, я отъехал. Вот тут где-то должно быть посветлее вроде. Все, разгружай. Месте. Вот в этом месте светлее, да. Должно. Вот ты для меня отстал, да? Я тебя тоже люблю, такой же степени. Чё ты со мной сцепился как-то? А это мы лапами. Ой, ребят, сейчас 20, скажем, сейчас 19. А давайте в лужу сфоткаем. О, я заехал, но тут светло у меня. Зашевелились, когда муравьи. Муравейник разворошили. Ездил вперед, но такие суетятся. Я в этом стою. Ну что там, паркуетесь? Да, сейчас Даня встанет, сейчас я тоже подъеду. Блин, у меня эта табличка, правда, уже висит. А я что там заказывал? Убираешь, она ж не пропадает разве? Что там заказывал? Все убираешь? А, может, а нет, она останется, по-моему. Не знаю. Что там близко встали? Тоже а ты, Паша, немножко, знаешь, как бы мордой сюда, а жопой к забору повернись. Я сейчас подъеду так, что прям. Дим, что там заказывал? Кого? Спину почесать. А, не. Ты опять что ли уже тут запаску у меня тыришь? Да не дай. Так, ну что, скриншотимся? Скриншотимся. Я не могу. Смотри, Дим, смазанный получится. Камеру. Я нажал на снимок, и ты в этот момент поехал. Все, давай. Размазанная фотография будет. Вот так вот как надо. В фотошопе надо будет подправить. И эффект красный глаз убрал. Да. Там был фары красные клубы. Паша, можешь немножечко вперед? Чуть-чуть вылезть. Оп. Так, Данил куда-то упрыгнул. Данил пересел. Данил, пересядь назад туда. Сейчас. А он с другой машины просто сейчас скрин сделает. Так, о. Ладно, короче, надо завершать это дело, а то потом... Все-таки это дело еще надо отредактировать, сконвертировать. Ну все, парни, я видос останавливаю. Все, ребят, я тоже спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал и в группы пишите, присоединяйтесь. Будем рады. Да. Группы у нас у всех есть, кроме Данила. Данил, у тебя нет групп случайно? Ты не протестаешь? Там 11 человек. 11 человек? Да. Ладно, заценим. Посмотрим. Всем спасибо. Ну что, Дань, ты будешь фоткаться? Подожди. Пока. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо за тем, кто был на стриме. Вот. Если что, в моей группе будет новости о новых стримах, так что не забывайте заходить, смотреть. И будете в курсе тогда новостей. Всем спасибо и пока.